Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и мы продолжаем играть в эту крутую игрушку, которая называется, ребяточки, Drive Ahead. Ну что ж, ребята, погнали, как говорится, в бой и еще раз в бой. Так, ну что ж, погнали, так, ребяточки, мы, как всегда, выбираем один гонщик и, собственно, царь горы, и кто же кого, ребяточки, столкнет. Ну что ж, погнали. Поехали. На, ребячки, я далеко залетел. Да что ж такое? Немножко не получилось у меня. Я немножко далеко залетел, дальше, чем думал даже. Ой-ой-ой, сам себе забил, ребяточки, голову. Сам себе разбил голову на этом. Ой, я на тракторе. Вот на тракторе я крутой, чувак. Я вам серьезно говорю, ребята, только посмотрите. Тихо-тихо-тихо-тихо. Вау. О, отличненько. Да-да-да, мы огромным колесом раздробили ему голову. Это, ребяточки, просто замечательно. Ум, это тракторе. Ребяточки, классно. Вау, трактор — это отличная штучка, ребятки. Я и не знал. Теперь я буду знать, что лучше трактора, ребятки. Реально ничего нет. Трактор — это... Ой, трактор мой упал, ребятчики, в воду. И это, конечно же, плохо. Так, ну что ж, следующая у нас... О, довольно-таки неплохая машина. Теперь у него трактор, ребята. Только посмотрите. У этого чувака теперь тоже трактор. Так, ну что ж, его взяла... А нет, ребяточки, все-таки моя взяла. Он разбил свой шлем об мою машину. Мусоровоз. Отличненько, ребячки, и мы столкнули его в воду. У нас осталось один раз выиграть, и, ребячки, и мы просто-напросто победили его. Давай газу, газу, газу. Так, что это за покрышки тут? Отлично, покрышка ему упала прямо на голову, ребячки, и я просто-напросто выиграл. И это еще раз, ребятки, доказывает, что я просто мастер в эту игру играть. Так, ребят, если вы еще не подписались на мой канал, ссылочка на подписку будет в описании. И вообще, в общем, подписывайтесь на канал Funny Games. Я вас очень люблю, дорогие подписчики. Так, тихо-тихо-тихо, откуда ты, а? Откуда ты взялся на мою голову-то, а? А ну-ка, иди сюда, мы сейчас тебе поясним. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, ребяточки, мы сразу же проиграли. Ой-ой-ой-ой, вы видели, как он стартовал, ребяточки? У него будто ракетный двигатель стоит. Нет, отлично, ребятки, он первый упал, отлично. Я думал, я первый упаду в воду, но все-таки он первый. И это означает, ребячки, что он проиграл. И он первый пошел под пилу, ребячки. И он проиграл. Отлично. Я выиграл. И это классно. Так, ребячки, я на тракторе в этом уровне. Отличненько. И мы когда видели заднюю, только что сдавали, я ему все-таки надавал по голове. Отлично. Мы на тракторе второй раз, ребят. Классно. Отлично, отлично. 4-3, ребячки, я веду. Трактор — это огромная сила. Так, мусоровоз. Теперь у него трактор, у меня мусоровоз, да? Ребячки, синий победил, все-таки красный только что разбил об меня голову. И это, ребячки, просто круто. Так, ну что ж, давайте повторим. Газу, газу на джипе. О, да, я сделал так же, как и он со мной сделал в прошлый раз. Если вы запомнили, ребят, как это было. Это было в действительности круто. Вау, вот так вот. Джипик вот этот маленький, довольно такой перспективный. И очень такой резвучий автомобиль. Вот, да, ребятки, вы видели, как мы в последнее время научились играть в эту игру. Мы практически не проигрываем. Давай, 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 бой, ой, тихо, тихо, тихо. Да, ребята, да, вы только посмотрите, 4-0 в сухую я его, получается, уничтожаю. Понимаете, в сухую. Ой-ой-ой, это тут уже мои бока, ребятки, я сам только что виноват был в том, что я проиграл. Отличненько, ребятки, синий победил, победа. Как всегда, за мной, ребяточки, обязательно лайк за то, что я, ребяточки, побеждаю. Обязательно подписка на мой канал. Погнали дальше. Брум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Что это такое, ребята? Я упал ему на голову. Тихо-тихо, назад-назад-назад-назад. Давай-давай-давай, теперь вперед. Теперь вперед, давай-давай-давай. Нет-нет, теперь опять назад. Что это у меня за такой... Такая тачка такая, непонятная какая-то. То ли какая-то с ковшом. Какая-то тачка с ковшом, что ли. Так, ребячки, внезапная смерть, как всегда, и сверху едет какой-то чувак. Отлично, ребят, мы ему разбили голову, мы ковшом его подвернули под потолок, и он только что там разбился. О, ну конечно, против такого автомобиля мой джипик, и что, меня сразу же раздавили. Теперь у нас есть мусоровоз, ребяточки, и мы покажем, кто есть кто. Шишки какие-то, елки с мусоровозом. А, это мусор, ребят. Падает, я думаю, что там, какие шишки, что это такое зеленое? Это, оказывается, обычный мусор. Давай, давай, газу, 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 газу.
Ого, ребячки, я думал, я победил, у него уже нет шансов на победу. Но все-таки он победил меня, ребята. И это неправильно. Так, 3-2, ребяточки, я веду. И это просто, ребячки, замечательно. Ой, куда я улетел-то? Ой, да что ж такое, еще и голову подставил. Теперь моя голова совсем разбита. Так, давай. Куда ты на Запорожце летишь на своем? Дайте мне победить. Нет, ребячки, я упал в воду. И тем не менее я проиграл, ребят. Баба! Газу. Да что ж такое, а? Давай вперед. Нет. Да что ж ты будешь делать, а? Теперь меня распилило, ребячки. Пила огромная. Вот этот ковш должен меня спасти. Баба, отлично. Да, ребячки, этот ковш все-таки меня спас. Это коляска с ковшом меня. О, трактор. Бабах. Ребячки, я зацепился шлемом об вот эту фурнитуру. Меня просто-напросто, ребячки, разбомбило. Да, отлично, ребятки. Он все-таки первый упал в воду. Это, ребятки, просто классно. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Нет. Да что ж такое, опять я, ребячки, проиграл. Так, а ты кто такой? А ну иди отсюда. Давай. Приехал тут на своем джипе. Ого, приехал на своем джипе, ребячки, и победил меня. Давай вот так вот. Отлично. Отлично, просто супер. Так, а ты что? И тебе, о, ребячки, первый раз красному удалось меня победить. Но ничего, ребячки, мы с вами не пальцем деланные. Мы с вами сейчас сделаем, знаете что, мы сейчас с вами сделаем много-много трюков разных. О, нет. Все-таки коляску я недооценил, ребяточки, и проиграл. Бабах! Вау, да, ребята, да, я это сделал. Я это сделал, ребячки. Все, теперь его уничтожат, пускай. Давай. Отличненько. Не хотел пойти под пилу, пошел под мои колеса. Я все-таки победил, ребят. Вот. Молодец. Ай, да куда ж ты уехал? Я бы тебя только что так прихлопнул. Ну и так, в принципе, неплохо, ребят. У меня новое достижение, говорит мне компьютер, что я еще не доходил до такого состояния, где я могу управлять всем, чем хочу, ребят. Куда он едет, ребят? Вы видите это вообще? Ребят, он сильнее. Его машина намного сильнее, чем моя. Он меня толкает. Меня сейчас разрежет пила, ребята. Я застрял. Я не могу ни туда, ни туда ехать. Все, он меня в ловушку, ребятчики, загнал. Все, мне разрезали пилы. Он победил. Ах ты такой негодяй. Ничья, ребят. Представляется, ничья. Друг другу головы набили. Бау, давай. Давай, вау. Красному очко трактор все-таки его победил, да? Ох, отлично, теперь синему. Джипики одинаковые. Вау, куда я улетел, ребячки, красному очко. Счет 4-4, ребята. И здесь уже игра идет, гонка на выживание. Кто же кого, а? Все-таки я победил, ребяточки. И это просто, ребятки, классно. Я, в общем, доволен. Мне дали новое звание, новая победа. Ну что, давайте еще раз попробуем. Давай. Юра, толкай его отсюда. Отличненько. У меня очко. Просто супер. Второй. Нет. Куда ты улетел, ребяточки? Я проиграл красному очко. Счет 1-1. Так, а ты кто такой, мусоровоз? А ну иди, сразу же меня победил, ребята. Не успели ракеты запуститься в космос, как я уже сразу же проиграл. И на тракторе, что ли, тоже проиграю? Нет, отлично, он упал в воду, ребята. Бабах, ого, мой трактор, ребяточки, разорвало на части, если вам это было видно. Ой, он меня тоже победил, ребята, у него все шансы есть на победу. Но ничего, у нас же больше, мы его сколько раз сегодня уже выиграли, да, ребят? У нас же больше шансов на победу. Ребятушки, красному очку, потому что я первый упал в реку. Так, трактор, а ну покажи, на что ты способен, на все свои силы покажи. О, нет, ребятушки, красный все-таки победил. Так, ну что ж, дорогие друзья, не стоит расстраиваться, ребятушки, повезет в следующий раз. Так что не будем сильно сердиться.
Подписываемся на канал, ребятки, если вы еще не подписаны. С вами был, как всегда, Юра, ребятки. Вы были на канале Funny Games. Ставьте пальчик вверх, ребятки. До скорых встреч в следующих видеороликах, ребятки. Пока-пока.